Блядь, же тут ворон летает. Его как раз хотел снять, включил видео, он пропал, блядь. А он полетел. Итак, сегодня хер знает какое число. На 2020 год. Вот все, что осталось от Москвы. Сплошная помойка с воронами, блядь. Здесь когда-то Кремль стоял. Вот видите, он. После бомбежки бандеровской. Пахнет, блядь, разлагающими москалями. Городская помоечка. Вон куча птиц. Чаек каких-то. Они, наверное, море с говном перепутали. Вон на деревьях куча пакетиков. Аисты надо мной кружляют. Я никогда так еще парующих аистов не видел. Или это грифоны, которые над помойкой летают и хотят меня сожрать и думают, что я жертва. Не, они поняли, что я еще дрываюсь. Это тупо аисты, одни аисты. Это просто жесть.